Здравствуйте, друзья. Вот решил снять замену двигателя. Мы тут сынули, замутили на нашем гексике. Вот, посмотрите, как это делается. Сам, честно говоря, в первый раз. Но разобрать разобрал, собрать не знаю. Соберем, Денис, или не соберем? Соберем. Так, нам нужен моторчик с черно-белым проводом. Ну, давай, сынуля, пробовать. Что у нас тут куда? Так, это мы сюда, и сразу, наверное, нам надо прикрутить винт, потому что потом будет неудобно попасть. Да? Да. Блин, тут отверстие-то. А ты новую, Денис, дал мне эту шестеренку? Да. Так, попал наш винтик. Винтик, шпунтик. Так, винт зажимаем. Так, все, денег. Винт зажали. Дальше. Дальше, наверное, можно собрать корпус. Потому что двигатель у нас сюда и ставится. Да? Там у нас один винтик внутри есть. Там вот если видно. Ну-ка, фокусируйся. Денис, принеси-ка фонарика быстренько. Сейчас мы посветим, чтобы было видно. Вот здесь вот внутри, глубоко, есть винт. Вот он. Нам нужно его попасть как-то, закрутить. Фонарик. Он есть винт. Виден винтик. Плохо, конечно, но. Вот он, родной, попался. Зажимаем. Так, зажимаем. Так, это мы можем закрутить тоже. Сам корпус вокруг. Здесь три винта. Раз. Два. И третий. Третий винтик. Все, это мы собрали. Так, сейчас двигатель. Двигатель у нас ставится вот просто в гнездо. До упора. И провод пропускается вот в это отверстие. Ой, я все не вижу, куда снимаю. Что показываю? Вот он родимый. Потом прикручиваем крышечку сверху. Здесь есть две защелки. Оп. И сюда у нас устанавливаются два длинных винта. Вот этих.
Так. Так, агрегат собран почти. Подключаем. Подключили и аккуратненько заправляем провод внутрь. И защелкиваем. Оп. Все. Так, это мы собрали. Денис, где аккумуляторы наши? Вот аккумуляторчик. Сейчас подключим, проверим, будет ли вращаться наш винтик. А, аккумулятор у нас стоит, кстати. Так. Неси пульт сверху со шкафчика туда. Так, что-то у нас тут уже включилось. Ну, давай пробовать. Включаем пульт. Пульт вот, вот так вот выглядит. Блин, как же показать? Вот так выглядит пульт. Так, включаем пульт. Все, коптер загорелся. Пробуем. О, Денис, работает. Все работает у нас. Даже на столе ватрех идет. Ремонт оказался удачным. Всем спасибо за просмотр этого китайского аппарата. До свидания. Ставим пальчики вверх. Подписываемся. Комментируем. Всем пока.